Больно она танцевала, как надо было, и тренер довольна, она счастлива. Теперь мы смотрим на Герасимову Елену. Это все, конечно, уже девочки на центральной подготовке. Темповое и... Три винта. Прекрасно. Я уже хотел убавить ее. Как интересно, просто двух темповых. Это что? Вот хороший поворотик, хорошо, молодцом. Фляг. Два с половиной сальто вперед. Ну, просто молодец. Она тем самым набирает такую хорошую трудность. Закручиваются винты хорошо, что даже невозможно сочетать. Думаю, меньше. Для этого ты сидишь, и если я промахнулся, ты поправишься. Да. Я увлекаюсь и смотрю щуку, и зачем. Так, молодцы. Вот видишь, уже отгадывается построение. Темп немножко отожил медленненько, чтобы подышал человечек. Здорово, приземление хорошо. Интересная музыкальная тоже. Ах, коснулась рукой во время поворота. А еще что плохо, она вообще почти не подняла ножки. Она почти скользила поворота пяточкой по ковру. Да, надо чуть-чуть приподнять. Серьезная, это серьезная ошибка, правильно. Опа, вот казалось, справилась со всей своей акробатикой, а вот на этом поворотике она сейчас приобрела ошибки. Ну вот видно, да, что все-таки с этими поворотами что-то у нее, что на бревне. Она коснулась рукой на этом же повороте. Стал быть, понимает, что надо всегда падать. Да. Ну, в смысле, теряет равновесие. Неуверенность есть, да, значит. Да, вот она и подчеркивает. Ольга Митрофанова Булгакова сразу отбивает пятерочку, как говорится. Ольга Булгакова еще не может выдохнуть. Она еще вот молодец Герасимова, молодец Минаева, но все еще впереди. Поэтому ей хочется ей улыбнуться, но... Вот теперь... А Минаева 13-6, кстати, получила. Но здесь все-таки у Герасимова вот эта вот ошибка. Была ошибка на повороте. Давайте Алхаимову смотрим. Хорошо. Да, мощно. Банша. Мощно. Вот именно слово «мощно» сюда правильно применимо. Сейчас поворотиком сделаем. А, вот это Ай-яй-яй! Получилось, еле-еле встало. Но получилось. С ошибкой, конечно, но... Возможно, можно было не идти на этот элемент, потому что после двух твистов видно было, что приземление-то оно не... Имин, она решает свою судьбу. Ты помнишь, мы сейчас только оговаривали, нужен сильный четвертый номер в команде. И не с ерундовой программой. А она как раз этим владеет на воле и на прыжках. Да. Это ее козыри. А Герасимова как раз-таки могла закрыть еще и бревно, и брусья, да. Да. Но... Ну, вот, ну не, так, давайте будут этим заниматься. Тренеры. Да. Абсолютно. А мы тоже рассуждаем, так что вы не очень на нас обращайте внимание. Мы люди эмоциональные. Вместе с вами болеем и переживаем. Вот не имеет она права на такие, так сказать, ошибочки на ходьбе, так бы я сказала. Это все золотые десятые. Задняя, да, на приземлении чуть-чуть побежала назад тоже. Вот, нормально, да? Ну, ты заметил, совсем совпало последнее движение с музыкальным акцентом. Чуть-чуть разошлось, да? Мы тут, возможно, не до конца слышим, потому что мы слышим звук арены. В общем-то, все, что в интервью попадает. Да, я не к тому, что это она не сделала. Она успела. Она успела, да. Я просто хочу сказать, даже вот за это могут зацепить. На Олимпийских играх, например, я буду судить, а увидела, я ни за что не судьбу, у соперника, я максимально докажу, что это была ошибка. Да, такая, она и является ошибкой, да. Несинхронизация с музыкальным сопровождением, да, и не попадание. Вика же упала в квалификации, как раз у нее оценка там 13-1 была всего лишь. Поэтому хорошо, смотрим. И оценка у нее 14-0. Опа, 14-266. Видел, да? Ну ладно, все, поедем. Здесь тоже красивые вольные у Влады Уразовой. Давай послушаем ее. Это с поворотом два минуты. Задняя, согнувшись, да. Стоял. Там.
как подходит вот вся. Ай, хорошо, молодец, королевский, как. Королевский поворот выполнен. Ну, артистки. Ну что такое держать корпус вертикально? Она со вторым прыжком, то есть поворот. Очень хорошо подготовлены приводящие, да, мышцы. Это видно, что она может ногу держать совершенно спокойно. Ну, Влада, за ковер-то куда? Молодец. Все равно все молодец. Хорошо, да, конечно, хорошо. Она молодец. Получили, о чем там свольные. Говорить? Да. Просто молодцы, девчоночки. Получился. Самое главное для спортсменов, да, и зрителей. Минаева Мария готовится начинать свои вольные упражнения. Первое. Так, город Зеленодольск. На нее с удовольствием хочу посмотреть, потому что я с ней мало знакома. Так. Ну что ж, давай, молодец. Мы уже сказали, что она юная девушка. Зажигательно. Ну да, молодец. Вот хорошо, видите, у нас здесь мы сидим, и молодой человек, и я рядом, и реагируем одинаково. Нравится то, что умеется делать. Поворачивать уже. Держимся, держимся. Ну давай, давай, не сбавляй обороты. Давай, моя хорошая. Ты же мармулеточка маленькая. Поворотик. Вот удался. Видишь, как хорошо. Это Мария Минаева. Она повоображала достаточно. Ну, так вообще интересное вольное упражнение, достаточно, да, такое видно, музыкальное сопровождение, да, очень подходящее ей такое интересное. Я обратила внимание, что она в хорошей подготовке находится. Просто не попадалась она вот нам как-то почаще на экран. И я с ней мало знакома. А так она достойно себя показала. Не ах, какая будет высота базы, но исполнительски она была приятна. Скажем так, есть над потенциал. Чем работать, да, есть потенциал, потому что, да, мы сказали, что 16 лет сегодня, конечно, и это только самое начало. Вот она зашла на взрослый помост. Есть 2,5 винта в сальто, переход, отлично. Попробуем порассуждать. Я сейчас видела, стояла Ангелина, но готовится к подходу на вольное упражнение. Да. Вот ты представляешь, вот только может или счастье, или несчастье менять выражение лица. Она стояла такая... Батька с приземлением была ошибка. 13,6. Да-да. При базе 5 год Лисунова. Здорово, бланжа. Согнувшись, чуть-чуть на приземлении подскочила. Чуть-чуть. Пока хорошо, так интересное вольное упражнение. Да-да. Мне нравится такая воздушность в музыкальном сопровождении. Классическое упражнение. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты дураша. Не получился поворот до конца, не совсем. Вроде как. Да-да-да. Можно просто полтора меньше количества, да, поворотов сделать, да. За один засчитают, в общем, конечно, скорее всего. Засчитайте обязательно, только не полный. Держись. Давай, растанцовывайся. Ну где ты подышать-то, мама? Вот он, современный ТикТок.
сейчас на месте прыгнул. Забавно. Ну, вот и все. Ну, с одной стороны, конечно, они очень правильно сделали то, что все вот эти вот динамичные танцы увели в конец программы, потому что в середине такое делать. Да, все. Нет, пока все разумно, так скажем, да. И, конечно, надо еще подрабатывать, но для этого есть время. Самое заметное для нас с тобой, и для, думаю, тех, кто разбирается в гимнастике, это была ошибка на повороте. Да, жалко. Да, да. Она села и уже повела ногу не параллельно полу. Сразу я испугалась даже. А двойной бланш у нее хорошо получился. Хорошо, там подчеркнуто, все прекрасно. И казалось бы, да, такая миниатюрная липа-листа. 5,3. А у той 5,5. Да. Вот все вот из этого все и собирается. И 1/10 еще вот штрафа за вот линию. 3/10 вот она ей просто отдала подарила, за даром. Подарила казалось. Первое место. Но с другой стороны, мы не имеем права так сказать, закончить двойным пируэтом или даже каким-то более сложным элементом. Закончить руки. Мельникова. Стоять! Опять за линию. Да. Ну, хорошее двойное сальто, челотом поворот, бланш этот. Давай, посмотрим, мы получим удовольствие. Получилось. Хорошо, хорошо. Серия поворотов таких. Она с этой композицией уже срослась. Стоять, умница. Умница не так. Я опять два шага подскочила. Ну, чуть-чуть, там, да, она по чуть-чуть. Одной десяточке. Штрихи, прям скажу. Хорошо тоже получился поворот. Ну это Мельникова, товарищ, она все может. Держи, держи. Молодец. У нее, мне так кажется, базовая стоимость должна повыше даже, чем у Листуновой. Повыше, думаю, да, повыше. Чем у Листуновой, я не беру. Я понял, да. Разово. Новый 5,5 была. Да. Сложность. А в квалификации не видно ли тебе тяжело туда заглянуть? Ну, мы потерпим, давай, ничего, я предстаю просто. Не хватает терпения. Посмотрите на нее, красотку нашу. Все. Ну, два с винтом, конечно, да. Хорошо. Да, вот здесь. Она, по-моему, тоже заступила. Да, 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 первую линию потеряла. Да, десятую. Да, 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 да. Ну, в общем-то, у нее, кстати говоря, еще шанс на вторую мейн-позицию есть. Несмотря на то, когда что она там... Лапочка, да. Она от второго места была на 0,4 позади. Когда перед последним битом ходили девочки на вольные. Все, уже не включаю голову. Не могу сейчас даже 4 прибавить 2, не могу сказать, что это будет 6. Просто уже немножко подустал и нервничаю. Потому что очень интересный финал, во-первых. Очень красиво смотрится. Интересно, действительно, да. Борьба сложилась такая. Угу, очень хорошая.